За счет борьбы с коррупцией можно снизить тарифы. То есть сейчас самые страшные коррупционные вещи, то есть борьба с коррупцией, это все равно там деньги кроются, там разворовываются. Есть у нас такое агентство публичной собственности, это такая вредительская совершенно контора. Оно руководит примерно 85 государственными предприятиями или с долей государства. Вокруг каждого этого предприятия существуют коррупционные схемы. Так была развалена железная дорога, хотя она государственная, но государство все видело, там были представители государства. Они все получают огромные зарплаты, бонусы. И Молдова Газ, например, там тоже схемы еще те, там 7 миллиардов долларов повесили долго на всех нас. Они получают большие деньги, но все эти предприятия как бы банкроты почти что. То есть государство, без роли, повышения роли государства мы никуда не двинемся. Вот вся эта либеральная теория, что все само собой как-то образуется и за граница нам поможет, она не оправдала сюда. Само собой все может только развалиться. Государство должно вернуть себе роль ключевого, главного игрока в экономическом развитии.